Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет супер-пупер видео, потому что я сегодня буду его снимать не одна, нам на помощь придет Кристина. Но самое интересное, что это будут парики, офигенские парики цветов, которых я хотела, я заказала, выбирала себе, в общем-то, я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас, как я буду смотреться, нравится вам, нет, и я в дальнейшем буду снимать в них видосы для вас. И теперь можно не красить, самое прекрасное, что свои волосы, а просто одел парик хороший, классный, и все. Значит, смотрите, у меня два парика, пришли они мне Ева Хайер. Все ссылки я оставлю внизу, также на скидку еще там будет купон, в общем, вся информация будет внизу. У меня два вот таких вот цвета. И самое удивительное, что я люблю розовый цвет, да, но, видимо, розовый уже как бы он приелся мне чуток, и когда я померила вот этот фиолетовый, он просто был для меня мега-супер-пупер. Сейчас я открою вам розовый, покажу, и этот покажу. И мы оденем с вами, примерим, и Кристиночка поможет, она оденет розовый. Мы сейчас посмотрим, как это будет смотреться под разные типажи, потому что я все брала под себя, понятно, что мне все это подходит, да? А Кристинка, например, она более темнокожая, сейчас она с маленьким сидит, она попозже подойдет. Он завернут в такую сеточку, я уже, конечно, мерила его, он был более аккуратно свернут, да? В комплекте идут две вот такие вот шапочки, на случай, если мы вдруг одну потеряли. То есть в каждой коробке по две шапочки. Здесь идет, знаете, как система для волос сделана, то есть она с вот таким вот, сейчас мы снимем все это дело, с такой вот сеточкой вот здесь впереди. И на удивление я думала, что эту сеточку будет видно, нифига ее не видно, она реально очень круто держится. Парики, они очень держатся, тоже классно. Волосы, сразу хочу сказать, безумно густые, длинные. То есть если здесь мы будем делать проборчик, то здесь впереди находится сеточка, да, и у нас будет как бы кожа видно, то есть это тоже классно. Сеточку нам нужно немножко подрезать, потому что она сделана длиною всей. Здесь у нас все, как это говорится, продувается, да, то есть все свободно, кожа дышит. И что еще? Ага, здесь у нас идет с этой стороны вот такая заколочка, которая зафиксируется внизу, и очень плотно держится вот эта резиночка, которая держит, фиксирует парик. В общем, этот оденет Кристинка розовенький, да? Вот такой. Я его положу сейчас вот здесь недалеко. А я одену фиолетовый. Он также идет завернутый весь в комплекте. Здесь только не кудрявые волосы, здесь просто укладка такая идет с прямыми волосами. Вот такие они. Смотрите, здесь идет. Все, мне очень нравятся вот эти градиенты, да, темный, фиолетовый. Кажется, что пока как-то непонятно, да? Но мне кажется, это мой цвет, и даже губы немножко подкрасила под это. Здесь тоже идет сеточка, здесь идет более светлая вот такая вот прошивка всего, да. Парики очень густые, я вам скажу. Это синтетика, но это синтетика, которую можно крутить, можно на утюжки, то есть она подвержена вот этому тепловому воздействию, можно все с этим делать. И еще момент хотела сказать, что он выглядит достаточно естественно, этот парик, он не блестит, как блестит каниколон, да, то есть это тоже большой плюс, что не будет отблесков никаких сильных, неестественных на видео. Итак, начнем. С чего мы начнем одевать наш парик? Для начала мы заколем наши волосы. Я делаю хвостик и делаю гульку. Вообще можно сделать две косички, которые можно вот так крест-накрест заколоть потом, да? Но я делаю проще, потому что, в принципе, на видео и даже, я так скажу, в повседневной жизни ничего не видно. Я делаю хвостик. Значит, я заколола хвостик. Теперь я делаю вот так. Ему. И просто закалываю гулечку вот здесь. Так, вот я закалываю и закалываю шпилечкой, чтобы держалась вся эта наша система. Чё ты спрятался там, Дэнь? Вылазь. Дальше мы берем нашу шапочку, достаем отсюда. Нашу шапочку. Ты подкрасила бы? Дальше мы достаем нашу шапочку, вот такая она. И одеваем ее на голову. Вот так.
Эта шапочка очень, в принципе, достаточно плотно держит так волосы и все, что они не высыпятся ниоткуда бы. Я как будто лысая, кстати, как вам? Лысая. Может, на лысо побриться? Я такая, что могу. Дальше мы берем паричок наш и одеваем. Одеваем. Здесь закалываем. Все, закололи. И теперь выравниваем. Да нет. Видно его, да? Нет, пока не видно. Значит, выравниваем. О май гад, был. Да. Вот оно все прикольно. Единственное, что вот это вот четкая такая граница. Но я видела, что можно вытаскивать волосинки и делать более естественно. То есть просунуть через вот эту сеточку волосиночки. Вот, сейчас мы с вами обрежем эту сеточку, чтобы было более естественно. Все. На себе подрезает? Нет, но я на себе подрежу. Но она вообще ее приклеивают к специальными клеем. Вот. Вообще в системе волос, конечно, может это надо еще короче убрать все, да? Но вот, например, совсем видишь, сдалека прям не видно. Может, надо пониже еще сделать вот так. Вот, в общем, вот такая вот я прелестница теперь. Конечно же, я это все доработаю до логического конца. Сделаю, может быть, сеточку поменьше. И вытащу волосинки. Еще это проработаю, потому что надо посмотреть видео соответствующее, как это делать. Я где-то случайно видела это дело. Вот. Смотрится оно вот так. Сзади, смотрите, ничего особенного не видно. То есть волосы достаточно густые. Вот оно. Ничего не видно? Ну так, шишку, может, если бы я не знала. Большая голова. Вот, так что мне кажется, что можно снять видео, да, какие-то, вот в таком вот парике. И вообще куда-то пойти, и это намного, на самом деле, интереснее смотрится для фотосессии какой-то. Намного интереснее смотрится, чем какой-то дешевый парик с каниколона, да, который точно видно, с челкой, которая делается. Мне, кстати, нравится идея без челки. И также можно здесь закалывать волосы, например, вот в бок. И за счет того, что, естественно, ну, вот это вот все убирается, маскируется, за счет того, что здесь сделана вот эта вот сеточка, да, мы можем закалывать волосы, также, в принципе, их убирать в хвост. Только все это нужно делать более, ну, уложить все это дело нужно. То есть сеточка. Вообще есть специальный клей, на который клеится вот эта сеточка. И, например, на системе волос, там в этой системе волос прям и моют волосы. Из натуральной. Ты не видела? Здесь же очень рекламируют много. В общем, мне нравится так, я буду носить так. А теперь мы пригласим Кристинку, и она померит розовый парик. Давай, Кристинка, иди к нам. Иди с этой стороны. Тебе не нравятся фиолетовые волосы? Да. А маме нравятся фиолетовые волосы. Может, я покрашусь в такой цвет? Да. Как тебе идея? Покраситься мама в такой цвет? Мне кажется, идет. Да не убежал уже. Мне кажется, фотосессия вообще шикарная получится. Опа! Привет! Скривняшка Крис! Ну смотри, какая я вся яркая, а ты? Давай тебя тоже сделаем яркой. Давай. Где? Энджи. Ио. Где? Крис и Энджи. А где я второй? Вот же. Ну, ты вот это ищешь? Нет. Да нет же, Крис. Скрямняшка, на, одевай чулок на голову. Пойдем банки грабить. Подожди. Крис, скорее одевай чулок. А как? Только у тебя должен быть темный чулок. Ну ладно. Но нету темного. Вот так вот? Да. Так. По контуру, да? Да, по контуру. Дальше что? Уши вытащить, да? Уши вытащить, да. Вытащи уши. Слушай, мы с тобой как пойдем тусоваться в таких париках? Нас точно сразу. Так, смотри. Белые халаты наденем. Давай, держи вот это вот. Вот, да, держи вот так, а я тебе сейчас все одену. Че, мы даже не тусоваться, а пойдем, наверное, это женихом не искать. Жениха тебе искать, да. Так.
Застегиваем теперь. Чувствуешь, плотненько держит? Да. Так, застегнули, а теперь абракадабра, Крис, вернись. Крис, все улетело, дай иди сюда. Вот так. А что ты не держала его? Я уже возложила надежды на то, что он крепко держится, и что, в общем-то, можно пойти на дискотеку. Давай, дубль два. И потряси головой, да? Давай, дубль два. Ну ты держи, натяни на лоб. Давай, давай, держи. Как же так получилось? Абракадабра, повернись! Держишь, держишь. Так. А, это черные корни, не поняла. Как будто кусок лифчика видно, да? Прячь скорее за футболку. Да, пусть он поиграет с этим. Оставь. Так, дальше что? Сейчас крисом сижу. А хочешь так иди? Ребя, почему вообще? Что хочет творить? Так, смотри, надо поднять максимально. Давай вот сама. Давай, надо поднять максимально до своей. Вот это вот должно быть на контуре и посередине. Давай. Кажется, с черными корнями. И подожди. Ну, в общем-то, вот так вот, да, где-то? Я не пойму. Да, вот здесь и серединка где-то, да? Так. Просто прям до ресниц. Сеточка вот такая сейчас, да, длинная. Мы сейчас ее укоротим. Давай. Ну, а у всех же лоб разный. Может, лоб длинный, понимаешь, кого-то. То есть высокий. А что? Так, на один бок. Ой, глянь, тебе так идет. Крис. Ты такая Энджи, а ну подвинься поближе. Пусть девчонки рассмотрят. Вау. А я думала, тебе не пойдет. Думаю, сейчас. Слушай, ну я теперь тоже хочу такой парик. Красиво, да? Угу. Очень естественно, кстати. Вот у тебя вообще смотрится очень естественно. Ну, если бы ты сделала на одну сторону. А ну-ка. У тебя тоже красиво. Просто не очень, когда посреди. Не, мне очень нравится вот эта фотосессия. Я видела вот с такими париками. Очень шикарно. Ну вот, я сделала. На одну сторону. Что-то у меня не то. Ну, все равно что-то не то. А вот, нет, смотри. Он нормальный, во, да. Во, все, нашла. Пробой правильно. Крис. Энджи. В общем, вот такие шикарные парики пришли. Долго мы их мучили, да. Но мне кажется, очень шикарно. Плюс можно выровнять на самом деле. Неожиданно, Кристинке очень идет розовый. Ты не хочешь розовый, кстати, покраситься? Я уверена, что будут многие спрашивать. Волосы сначала пусть отрастут. А смотри, а можно еще и закалывать вот так вот. Вот. Ну, это, конечно, все надо, ну, как бы, клей, да, просто клея нету у меня. Но сам факт, поняли, да? Слушай, ну, можно... А видео какое шикарное было. Ну, да, и гулять вообще. У тебя вообще как естественно, потому что у тебя свои темные, очень классно. Кайф. Можем так вместе снимать. Голова, например, грязная, некогда помыть, одел парик, и, да, и классно. Как рыбки. Да, Ариэль. Да. Все, мои хорошие, мы с вами прощаемся. В общем, все ссылки я оставлю внизу на наши парички, на магазин. Дэнни уже стал ногой на ноутбук. Нужно скорее спасать технику. И также внизу будет... Нет! И также внизу будет скидочный купон, что вы можете эти парики заказать со скидкой. В общем, вся полезная и подробная информация будет под видео. Заглядывайте в инфобокс. А мы сейчас будем делать супер-мега-обложку для вас. Пока!